что, мои дорогие друзья, готовы продолжить? Надеюсь, что да. И если да, то мы открываем первый сундук. Я не могу. Думаю, что стоит открыть еще парочку. Ну и тот, что за нашим дорогим другом, которого просто все время так и не открыли. А заодно стоит проверить, что у нас новенького из оружия, брони, ну и всего, что у нас есть. У нас есть более крутой топор. Ну, знаете, он не так сильно дает увеличение урона, поэтому я думаю, что стоит оставить этот, тем более, что здесь дается крит большего размера. Так, защита, магия, урон. Хорошо, я думаю, что опять-таки, сильно ли она уменьшается? 29, точнее, 3-4, 29, здесь она будет 27, 20. Ну, все-таки сильно. На мой взгляд, наверное. Хорошо, здесь повышенная защита, но меньше к силе. Здесь сопротивляемость, но меньше защита. Давайте поставим сопротивляемость. Все-таки она получше, я думаю, будет. Поважнее малость. Поэтому, да, определенно. Здесь повышается здоровье, ярость, заказни, магия. Так что, думаю, стоит надеть. Здоровье у нас уже 666, либо 999, 99, 99 и так далее. Поэтому все хорошо. Ладно, идем к нашему другу. Взаимодействие. Фух, какой маленький ключик. Они могут болеть, хранитель, но тебя не тронула порча. Пока что. Порча? Значит, это не сон. Творцам нужна моя помощь. Творцы сказали, что тебе под силу добраться до плавильни, в которой находится страж. Плавильня, да. Там я был создан. Но все утеряно. А сейчас тебе понадобится моя помощь. Порча разъедает твой мир, пока ты спишь. Камни тяжелы, отдыхать проще. Во сне я снова могу двигаться. Во сне я снова обретаю плоть. Что это было за место? Я не могу тебе сказать. У меня вертится на языке, но... Кажется, мой язык не со мной. Ты поможешь мне, древний? Да. Мы идем? Держись, малыш. Чувствовал, как страж пытается проникнуть в мои грезы. Он самый сильный из нас, но в его сердце поселился голод. Страж был создан, чтобы разрушать. У него так много общего с порчей. Ты должен поговорить с Эйдардом и помириться, пока мы не перешли черту. Дороги назад может и не быть.
Ну, как бы что вам сказать, дорогие мои друзья. Мы как-то со стражем малость переместились, и я понял, что я забыл, короче, одну маленькую штучку, которая там валяется. Ну, сейчас, в общем, я за ней сбегаю. А вам предлагаю просто... Ну, вам же предлагаю просто спокойно взять и посмотреть на то, что я уже буду там. Типа того. Потому что вот здесь вот, видите, сундучкочек упустил. Вот, бухточка, затерянный храм. И мы перемещаемся к затерянному храму. Да. Бухточка. Такая маленькая, беззащитная бухточка. Бухточка. Скорее всего, я это не буду записывать. Итак, спустя, собственно, где-то 5 минут пробежки по прибою, мы добрались снова до этого места, и вон там вот лежит грёбаный сундук, который мы, скорее всего, либо могли взять, либо не могли взять, я честно не знаю, поэтому... Ну, в том смысле, пока он стоял. Поэтому... Взяли его сейчас, и нам выдали какие-то наплечи. Я думаю, что, наверное, стоило за ним вернуться, потому что он все-таки хороший. Позволяет смерти за разбросанные камни Блэкрута. Ну, понятно, это все та еще прикольная штучка. Что же нам дает... О, смотрите, гаджет шиповника-кочевника. Точнее, шипов-кочевника. Шиповника-кочевника, лол. Шипы. И, блин, кстати, прикольно выглядит. Смотрите, смерть прям... Ух, какой брутальный стал. Что я хочу сказать? То, что он уменьшает, конечно, нам силу и вероятность критического урона, зато дает шипы, то есть об нас будут укалываться враги, и дает возможность защиты повышенную. Также плюс увеличивает на 4% получаемый нами опыт и, естественно, увеличивает магию на 8 единиц. Смерть стала прикольнее выглядеть. Что ж, телепортируемся обратно. Я надеюсь, что кто-нибудь еще помнит, что я хотел в самом начале вот сюда вот в воду спрыгнуть, на всякий случай, дабы проверить, нет ли там чего полезного, интересного, всего такого. Ну, в общем, если вы вдруг это запомнили, то молодцы, я сюда таки вернулся. А если вы этого не запомнили, ну, тоже молодцы, что я могу сказать. Всякое бывает, не обязательно запоминать абсолютно все, что я делаю. А вот. А в любом случае, что я хочу сказать, я сюда вернулся и собираюсь узнать, что ж тут такие интересного есть или нет. Вот, атака у нас теперь повышенная, комбинировать различные удары намного становится проще и приятней. Итак, вопрос, было ли что внизу интересного или таки не было? Давайте сплаваем и узнаем, дорогие мои друзья. Тем более, что сплавать здесь не так-то сложно, поэтому вполне себе можем это дело позволить. И, кстати, вот смотрите. Во-первых, начнем с того, что здесь есть какое-то интересное вот такое вот место, и здесь лежит одна из монет нашего дорогого друга. Одна из монеточек. Это уже раз, это уже значит, что мы сюда не просто так пришли. И возможно, а может и нет, но здесь есть, возможно, еще что-нибудь приятное. Видимо нет. Видимо, это все. Но за хотя бы одной монеткой нашего друга-перевозчика стоило бы сюда заглянуть. По крайней мере, это лично мое мнение, которое вовсе не обязывает вас к тому, чтобы сюда заглядывать. Но почему бы и не получить на халяву монетку? Не так ли, мои дорогие друзья? Ну, так как здесь больше ничего нету, я думаю, что нам остается лишь телепортироваться отсюда и больше ничего не находить. А сундук мы, к сожалению, опять, повторюсь, не можем здесь взять, но ничего страшного. Зато мы можем телепортироваться в три камень и, как бы, на этом, думаю, можно отстаивать свои мнения. Сейчас недоступно почему-то, к сожалению. Давайте попробуем выйти из воды, возможно, это как-то влияет. Возможно, и нет. Ну, не знаю. Здесь вот у нас Вульгрим, я так понимаю. Ну, мы, тем не менее, будем сейчас недоступны. Ага. То есть я нахожусь в какой-то локации, с которой возможность перемещения, к сожалению, закрыта. То есть из закрытых локаций мы перемещаться не можем. Окейшки, выйдем. Выйдем.
Итак, мои друзья, мы, собственно, переместились. Здесь встречаем нашего друга Тейна, но главное, что мы здесь, скорее всего, встретим нашего другого друга. Я починил вашу кузницу и оживил камень. Но приблизился ли я хоть немного к древу? Скажи мне сейчас, древний, другого шанса может и не быть. Я слышал, плавильня опасна. Так же, как и древо, всадник, да и весь лес. Поэтому ты и должен разбудить стража. А ты не спрашивал себя, зачем нужно искать древо? Только у древа жизни я найду то, что оправдает моего брата. Древо жизни — это врата. Через них мы можем попасть в миры, о которых и не мечтали. Идет ли речь о мире, покрытом лесами и океанами, или о мире льда и вечной ночи? Древо существует везде. Оно может выглядеть по-другому, но это то же самое древо, и его корни связывают все миры. Путешествия не заканчиваются у древа жизни. Они там только начинаются. То есть мы можем попасть отсюда куда-то более интересное место, видимо. Передвинуть гору — задание получено. Мы самую малость передвинули гору. Самую малость. Так, а еще мне нужно, кстати, поговорить, по-моему, с ней, потому что у меня вроде бы хватает ингредиентов на создание того амулета, который она мне предлагала создать. Или не хватает, не знаю, сейчас проверим. Вот. Вот то, о чем ты просила. А, спасибо, всадник. Ты не пожалеешь, что послушал меня. Этот талисман поможет тебе добиться желаемого. Боюсь, только ты не сможешь переломить свою судьбу. Не смогу, но погну обязательно. Ну что ж, она мне дала талисман. У меня есть для тебя новые талисманы. А также мы можем забрать какой-либо еще талисман, но я думаю, что нет смысла покупать какой-то из этих талисманов, так как у нас уже есть один, и, скорее всего, он будет нам полезен. Также покупать зелье здоровья я тоже, скорее всего, пока не буду, потому что, опять-таки, у нас уже есть зелье. Итак, что же это за талисман? Творец, прозванный Безумным Кузнецом, выковал этот талисман из оружия и доспехов воинов, убитых на мертвых равнинах. Мрачный талисман был создан, чтобы выделять и концентрировать силу некромантии из ада. Благодаря мрачному талисману любое оружие его владельца будет при каждом ударе вырабатывать энергию жнеца. Вот, вот это вот и я, наверное, и ждал, дорогие мои друзья. Это хороший довольно талисманчик, судя по описанию, так прям вообще хорошенький. Но смотрите, в чем проблема. Он убивает у нас абсолютно, уменьшает здоровье, он уменьшает у нас магию, он уменьшает ярость, получаемую за казнь. То есть мы будем меньше вырабатывать ярости, но при этом он будет опять-таки ее другим способом генерировать, насколько я понял. Поэтому сложно сказать. Давайте посмотрим, что же мы будем генерировать за каждый удар. Ладно, мы с этим еще разберемся, я думаю. И кстати, вот здесь, ребята, мои друзья, очень спокойно и очень удобно можно спрыгивать вниз, но не думайте, что вы так же спокойно и удачливо спрыгнете с той стороны, и я бы не советовал вам этого делать, в причине того, что там куча лавы, и это очень опасно. Давайте прогуляемся вот сюда, я думаю, что мы что-нибудь, может быть, даже найдем, а может и не найдем, но, как видите, все-таки что-то здесь полезное было, уже, значит, мы не зря сходили, пусть даже и малое количество золота подняли, хотя оно куда-то у меня улетело, по-моему. Ну да ладно. Я думаю, что если я погляжу вот здесь, то ничего полезного здесь мы уже не найдем. Здесь просто древо, еще одно, правда мелкое. И поговорим сейчас с нашими кузнецами. Возможно, они предложат мне какое-то более хорошее оружие. Я хочу немножко проапгрейдить косы, как-нибудь заменить их, не знаю. Ага. А мастеров-то мы и не нашли, дорогие мои друзья. Значит, нам придется-таки спускаться пониже.
Значит, нам придется спускаться пониже. И я чуть не. Я с вами только что об этом говорил. Вот только что прям. Ну ладно. Ладненько. Оказывается, можно туда спрыгивать, ничего страшного не будет. Давайте поговорим с малышом. С этим мелким чувачелой. Я это нашел. Не переживай, творец. Теперь ты сможешь найти дорогу домой. Этот компас указывал мне дорогу к разным чудесам. И сейчас я держу его в руках и чувствую себя на 500 лет моложе. Спасибо. Всего-то на 500. Итак, за то, что мы выполнили все три желания данного дружка, он нам дал рукавицы жестокости. Неизвестный творец сделал это оружие из костей поверженного им демона, чтобы отметить свою победу. Носящий эти рукавицы будет обладать звериной энергией демона. Чем больше урон ему наносят, тем сильнее и ужаснее становятся его удары. Вот такие вот интересные штуки нам выдают эти дорогие древние. Итак, затраты ярости уменьшаются, урон 78-90, конечно же он меньше, чем от этих, но больше, чем от темных мстителей. А после чего он также уменьшает силу и уменьшает шансы на критический урон, зато повышает, точнее уменьшает опять же тоже затраты ярости. Но тут видите еще проблема, что у него жажда крови. Давайте хотя бы посмотрим, как они будут выглядеть. Ух ты ж, мама моя, как красиво-то. А вот, выглядят они опупенно, на мой взгляд. Мы попробуем их в бою, посмотрим, что из этого выйдет. А дальше уже будем думать. А вот, пока что у нас есть возможность пообщаться с нашими кузнецами. И, возможно, что-то для себя найти. Осмотрись получше. У нас есть новые товары. Знаешь, подруга, я тебе так скажу, что мне что-то как-то пока не улыбается твои товары. Они какие-то немножко не крутые, не сильные. Ну, кроме вот, наверное, перчаточки. Перчатки можно было прикупить бы. Да и сапожки вроде тоже неплохие. А вот все остальное как-то не внушает радости. Ну ладно, нас никто не заставляет этим заниматься. Можно поговорить и с братцем, но он особо нам ничего не скажет, поэтому... Есть ли смысл? Ага, я, значит, все-таки не зря тебя слышал, да? Итак, вернитесь к компасу Карну. Так, найдите три магических камня, я понял. Вот наш друг теперь здесь. Я надеюсь, что он нас сможет перенести на ту сторону. Ты же сможешь? Значит, время пришло. Расскажи мне о плавильне. Это священное место, где камень наделяют душой. Отсюда оно не кажется таким священным. Тьма мало что пощадила в нашем мире. Но плавильня — волшебное место. В ней сила. И с твоей помощью мы снова сможем ей завладеть. Что стало с другими хранителями? Во сне я ощущал много своих собратьев. Но только один зовет до сих пор. Уран. Древнейший хранитель. Его песня преследует меня. Хотя камень его утрачен. Опасно, как для кого.
так и плоти. Нет ничего постыдного, чтобы вернуться назад. Это также не имеет смысла. Ты слышал, что сказал Хранитель? Идти одному опасно. Тебе понадобится моя помощь. Серьезно? А ты мне до этого сильно много помогал? Ну да ладно. Кстати, давайте пообщаемся еще, вдруг с ним можно поговорить о чем-нибудь. Значит, время пришло. Проснись, малыш. У тебя есть еще дела. Серьезно, у меня дела есть. Зевает даже. Какой веселый малыш. Ладно. Ладно. Я думаю, что мы узнаем, друже, что на той стороне моста. Уже, наверное, все-таки в следующей веселой серии. Потому что, ну, как-то... Как-то долго нам, что ли. А может и недолго. Не знаю. Я, к сожалению, не помню, сколько прошло времени с момента последней записи. Давайте я пробегусь просто вперед. Мне уже самому просто интересно, что ж там. Ну, храм выглядит действительно огромным. Действительно интересным. Давайте пробежимся. Я так и знал, что там что-то есть. Прям как чувствовал. За мной бежит напарник. Это прям таки весело. Нам дали новые косы. Новые косы — это всегда круто. И, значит, со второй стороны есть тоже некоторая вероятность, маленькая, но есть, что есть такой же сундучок, как и здесь. Но, скорее всего, там, естественно, нету, но почему бы лишний раз нам не пробежаться и не посмотреть. Видите, не зря бежал. Так что вот такие дела. Что я хотел? Я хотел пройти в эту дверь. Не нравится, что Карна никак не смущает наши способности. Он просто слепо и тихо следует за нами. Итак, наша задача — пробудить стража. Если это байда на нас вылится, я не буду рад. Так. Вскрыли. Что-то полезное нашли. Давайте поглядим, собственно, что у нас здесь есть. Так, ярый заказ, ну, урон, соответственно, увеличенный. Давайте сделаем урон от холода. И выглядят они вот так вот. Теперь нам дали новую юбочку, которая прям-таки шипов опустошителя. Мне кажется, что это целый сет, скажем так. То есть... Ну, только разноцветный сет, ладно. Но я имел в виду, что шпионов-кочевника и такие вот сеты, как бы они, видимо, как-то собираются. Ладно. Неважно. Это не меняет особой разницы. Главное, что он дает нам опыт, находимое золото, защиту и шипы, как и, собственно, верхняя часть сета. Хотя она и от другого сета, но окей. Особо это все равно ничего не меняет. А, как мы видим, плавильня с двух сторон окутывается разными вещами, огнем и водой. И таким образом, видимо, взаимодействует. Наша же задача — пробудить нечто большое. Я так понимаю, что этот молоточек — это часть того, кого нам надо пробудить. Если да, то ваша ж мать, что мы здесь делаем вообще? Ради чего мы сюда вообще пришли? Да с таким мужичком мы вообще на все способны. Надо подумать, как открыть вот эту штученцию. Видимо, с той стороны, возможно, может быть и с этой как-то. Но пока что нам нет возможности ее открыть. Малыш, ты случайно нас не здесь будешь ждать? Мне вот просто интересно. Или ты все-таки с нами прям пойдешь? Запрыгивай, всадник! Ты прям, я смотрю, хочешь мне помочь, да? Да, я сейчас посмотрю, что вот здесь вот находится. Могу ли я как-то с этим всем взаимодействовать? Нет, естественно, я не могу этого сделать. Поэтому давай, малыш, ты пройдись чуть-чуть вперед и перекинь меня, пожалуйста.
Спасибо, дорогой мой друг. А ты как переберешься? Или ты... Ага, ты решил меня ждать на этой стороне, типа, там безопаснее, да? Ну ладно, здесь, собственно, что я хочу вам сказать. Смотрите, мы можем перепрыгивать на вот эти вот здоровенные весчи и падать в лаву, например. Это очень приятно, когда ты падаешь в лаву. Это улучшает твое настроение. Что я могу сказать? Падение в лаву улучшает настроение, самочувствие и вообще все, что только может оно улучшить, оно улучшает. Но нет, я хотел сделать на самом деле не это. Я хотел сделать... И уж точно не это. Сейчас, секундочку, нет. Я понял просто, с какой стороны мне нужно прыгать. Мне как раз нужно распределиться в эту сторону, то есть и здесь же остаться. То есть никуда не двигаться. Несмотря на то, что нам показывают, что нам в эту сторону, мне нужно вот сюда. Замечательно. А что теперь? Теперь мы перемещаемся по стеночке. Еще раз прыгаем, бьем. Вспоминаем о том, что у нас повышенный урон по всем и вся. Чем больше нам наносят урона, тем больше мы наносим урона в ответ. Так, например, я уже наношу по 190-170 урона с таким маленьким уровнем здоровья. То есть, считайте, по 200 урона за удар, и этим перчатки очень круты. Я думаю, что это не просто так. Давайте посмотрим, что у нас находится на той стороне. Я, к сожалению, ничего здесь не вижу, но... Да. Возможно, это просто одна из вариаций того, как мы могли прыгнуть. То есть мы либо прыгаем на эту сторону, либо прыгаем на ту сторону. И в любом случае добираемся до нужной нам площадки. Вот такие вот дела. Но там сундучок, там было приятней. Давайте откроем нашему другу дверь. Я надеюсь, что мы откроем ее. Ага. Есть кто? Да, я тебя слышу, дружу, молодец, Карл... Карн. Почему Карл? Не знаю. В общем, Карна я слышу, так что сейчас пойдем его вызволять. Я не знаю, конечно, как мы его пойдем вызволять, но думаю, что мы как-нибудь найдем способ. Так, тут можно еще выше подняться, отлично. Сюда, сюда. Это невозможно. И сюда. Собственно, нам нужно, видимо, Карна провести как-то, нет? Карн! Друже! Пойдем за мной. Я надеюсь, ты сможешь забраться на ту вершину. Смерть преображается с каждым разом все лучше и лучше. Ну, мне, честно говоря, сейчас пока что не очень нравится, как он выглядит в данный момент конкретно у меня. Но я думаю, что это как-то будет справляться. Ага, Карн за нами не хочет сюда идти. Видимо. Видимо, мне нужно что-то сделать, чтобы пройти дальше. Сейчас посмотрим. Я пока, честно, не представляю, что мне нужно сделать. Но я думаю, как-нибудь... Хорошо. Пока что... Я понимаю уже, как взять одну из вещей, но вторую я таким образом не возьму. И, скорее всего, мне поможет в этом мой замечательный друг. А просто как его вытащить? После тебя. После меня, говоришь? А! Ну, кстати, почему бы... Та-дам! Стой там! Я займусь дверью! Л!
Логика. Я готов. Серьезно? Ну ты постоишь, ладно, я пока тут подумаю, как мне. Возможно, со стороны это кажется простым, но ты не мог бы поторопиться. Ух, да ладно, ты вроде. Тяжелая штука. Ты вроде неплохо справляешься. Ладно, я думаю, что назад мы еще скорее всего вернемся. И что за хрень? Это страж, всадник. Если ты собрался найти древо, нам придется пробудить его. И что потом? Страж сделает то, ради чего был создан. Уничтожит порчу, не пускающую нас к древу. Он выглядит вполне готовым. Почему он стоит его без дела? Его тело готово, да. Но стоя на месте, он остается лишь мертвым камнем. Чтобы вдохнуть в камень жизнь, мы должны передать ему суть сердца творцов. Для такого большого троих... И как это сделать? Эти сердца камня были завершены, как и страж, но так и не были поставлены на место. Все они в храме. Нам нужно только найти их. Тогда, Паш... А вот про что я говорил, к сожалению, в озвучке... Есть некоторые прерывания. Тогда пошли. Что за Паша, непонятно, но... Я думаю, в следующей серии мы узнаем, как же доставить сердца творцов к этой здоровенной махине, которая намного больше, чем все, что мы видели до этого. Ноги его упираются аж вот сюда, то есть вы сами представляете, мне чем-то, знаете, это напоминает колоссов. Если знаете, кто играл в игру Тени Колоссов, тот должен знать, о чем я говорю. Вот он чем-то похож на одного из колоссов. Если правильно помню, он был третий по счету. И он был очень эпичен, очень большой такой, тоже таких тоненьких ногах. В общем, кто знает, тот знает. Ладненько, увидимся в следующей серии, ребята. А мы с Карном пока здесь потусим в одиночестве. Всем пока!